Ледяные поля, а это айсберги? Пингвин? Не в поселке ли Мирном в Антарктиде мы находимся? Нет, на Рижском взморье. Капризы природы в этом году могут любого ввести в заблуждение. Лед в заливе в середине мая – явление исключительное. Но, как видите, некоторые курортники уже начали купальный сезон. А как же попал в эти края пингвин? А вот он действительно из поселка Мирного. Пингвина Нину прислали полярники Антарктиды в подарок рижской детворе. Сейчас Нина обучается в звериной школе у дрессировщика Владимира Дурова.